Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня будем играть довольно интересную игрушку под названием Dead in Bermuda. Это игрушка, где нам предстоит управлять группой выживших, выживших после авиакрушения на таинственном острове в Бермудском архипелаге. И, блин, сделано все это очень здоровски, я уже поиграл, это пока что демка. Полная версия игры выйдет через 2 дня, но я поиграл уже демку и мне очень понравилось. Сейчас показывают нас самое начало игры, что здесь вообще произойдет, это все ихнее крушение, вот эти все ребята, которые у нас выживут, и мы будем ими управлять. Игрушка, к сожалению, пока на английском, но я надеюсь, что игрушка, так сказать, зайдет и ее после сделают на русском, потому что здесь очень много всяческих сюжетных там разговоров, всяких там информации и тому подобное, то, чтобы нам, русским людям, было бы удобнее играть. Хотелось бы, чтобы перевели, конечно же, но и, в принципе, знание английского минимальное требуется. Если вы хоть чуть-чуть знаете английский, то, в принципе, играть вам в это будет нетрудно, разве что сюжетные вот эти все разговоры, наверное, будет трудновато. Ну да ладно, это все мелочи, конечно же, главное, что можно играть. И спустя пару часов после крушения... Алехандро, эй, ребята, давайте-ка сгруппируемся и поговорим немного. Ну, это я так по-своему, своевольный перевод делаю, так сказать. Я не делаю прямо как какой-нибудь там мега-локализатор и тому подобное. Спасибо всем, что вы помогли сделать лагерь. Ну, это очень, очень хорошо, что мы все вместе собрались после того, как, ну, вы знаете... После того, как случилось это ужасное событие. Ну, давайте, что ли, познакомимся. Нам все-таки предстоит жить вместе какое-то время. Я Алиса, и мне 45, походу. Клуб анонимных алкоголиков какой-то, не знаю. И это мой муж Роберт. Мы прибыли из Монреаля. Любим хикинг и кукинг. Что такое хикинг? Хиковать, что ли? Не знаю, что такое хикинг, но любим готовить. Пожалуйста, поприветствуйте нас, что ли, всех, или поприветствуйте со всеми. Вы можете меня звать Боб, парни. Так. В общем, он собирался порыбачить на днях. Остальное что-то я там частичку не помню. О, спасибо, мое имя Аледжандро. Алехандро, мне 32, блин, какие не все взрослые здесь, да? Так. Ну, думаю, вы всем не знаете, я был менеджером на этих выходных, где вы оставались. Ну, в общем, не совсем понял последнюю строчку, что-то типа того, он уже летал все это время, впервые с 10 лет такое случилось, что ли. Берт Невинтерс, она пришла из Лондона, точнее, прибыла из Лондона. Если нужна какая-то медицинская помощь, я помогу. Юрий Неразговорчивый, Ильяна. Ну, я думаю, разработчики русские, потому что СССР компания называется. Поэтому надеюсь, что будет русский язык. А, ей 16, вау, какая маленькая. Мой папа не особо много разговаривает, пожалуйста, простите его. Это батяня у нее, кажется, Юрий. Так, ну, in Russia, все понятно, да? Все ясно. Юлия, они поженились вроде как совсем недавно. В общем, про возраст она не хочет говорить. Вы закончили? Мы тратим драгоценное время. Мы должны собраться, организоваться и тому подобное. Я Джейкоб, и я знаю, как выживать. В общем... Да, не буду прям все это долго переводить. Блин, как много разговоров, конечно же, но я надеюсь, что вам это нравится, что я хоть как-то перевожу. Я знаю, что, конечно, есть умельцы, которые переводят лучше, чем я, но, блин, я пытаюсь хоть как-то, чтобы вам было приятно, поэтому я стараюсь. Хватит, типа, плакать свои бесполезные... Короче, хмыгать не надо, поняли? Так... Он нашел water tank с водой и немножко ресурсов, чтобы сделать огонь. Ты прав, Джейкоб. В общем, да, все, хватит читать. Давайте я покажу вам геймплей, наконец. А то 4... Сколько? 2 минуты, наверное, я болтал на эту тему. Что же все здесь началось у нас, как она все это делала. Ну, в общем, вот наш... Отряд из наших ребят, которыми предстоит нам управлять. И я выключу обучение, потому что я уже проходил, по идее, здесь обучение есть. И
Здесь мы каждого можем назначить роль. Каждый из них умеет, есть какая-то у него информация, что он умеет и тому подобное. Вот здесь есть депрессия, болеет, голод, усталость, инжури. Забыл, что значит инжури. Типа раненый, по-моему, да, что-то типа того. А есть у него различные скиллы, поэтому можно смотреть, к чему он более подходит, так сказать. Он хорошо охотится, он хорошо скрывается. Крафтинг у него 35, не самый мега крутой, знания у него неплохие. И умеет драться. Видимо, какой-то такой вояка в свое время был. Винтерс у нас медик, понятное дело. Так, Юрий, что у нас умеет Юрий? Давайте посмотрим. Так, да, еще здесь есть отношения между всеми, поэтому можно как бы их строить и тому подобное. Он сильный у нас, хорошо готовит, хорошо скевенджингом занимается и крафтингом. Так, хорошо, берем его и на крафтинг гоним. У него 49 крафтинг, пока что вроде как самый нормальный, из кого я увидел. Так, Боб. Боб вряд ли умеет, наверное, крафтить, но сейчас посмотрим. Нет, крафтить он не умеет, к сожалению, поэтому... Он умеет хорошо болтать, такой средненький по силе, дерется вроде неплохо, в медицине вообще не шарит и тому подобное. Ладно, так, Джейкоб, нам нужен кто-нибудь, у кого есть неплохой навык этого. Так, сейчас посмотрю точно, скевенджинг, по-моему, навык нужен, чтобы... Так, да, скевенджинг нужен нам навык, чтобы хорошенько расследовать наш самолет, так сказать. Так, скиллс, скевенджинг, где скевенджинг? 30. Ой, зачем я все время закрываю? Можно же гораздо проще, что-то совсем поехал я. Так, 57, 51. Так, ну, наверное, кинем на скевенджинг это Алехандро нашего. Пускай он ищет что-нибудь классное. Так, теперь нужен еще один крафтер. На каждую точку лучше садить по двое, потому что тогда наиболее... Все круто получается. Так, нифига у него стелс 66. И вправду жестко. Так, стелс 55. Хантинг неплохо охотится и рыбачит. Это прям реально круто. Так. Крафтинг. Так, мне нужен еще один с крафтингом. Так, 49 это у нас... Ну, он у меня стоит. Тогда Боб. Боб у нас неплохо крафтит, поэтому его тоже гоним на крафт. Назначаем. Я делаю сразу, чтобы все по уму было более-менее. Потому что потом все-таки будет лучше, когда будут нужные люди находиться в нужных местах, а не шарятся какие-нибудь чуваки, которые вообще этим не умеют заниматься. Так, эксплоринг теперь нужен. Exploration 37, 66, 22, 28, 39. Так, значит, мы ставим Алису. Алису, Джейкоб... Нет, Алису, Винтрес и Юлию. У нас Exploration. Так, Алиса. У нас прямо она вообще жесткая по Эксплору, поэтому пусть она там будет. Так, Винтрес. Все у нас женщины идут на разведку. К чему бы это? Так, сюда. Ага, отлично. И остались двое у нас ребят, но их ставим на ресерч, чтобы открывать новые технологии, так сказать. И они оба самые нормальные, кстати, по этой теме, поэтому мы их посадили прям так, как надо. И теперь нужно новый крафт, там, открыть Fire Camp. Fire Camp нам понадобится для того, чтобы нас ребята могли у него сидеть и уменьшать депрессию после всего того, что случилось, общаться между собой, греться и тому подобное. В общем, отправляем их на работу. Так, Алехандро у вас нашел 15 дерева, 6. О, еду нашел. Прям дофига еды, это хорошо. И фрукты нам, кстати, понадобятся для того, чтобы сделать воду. Вода это очень важно. Кофе у нас уменьшает депрессию. За этим всем делом следить, конечно же, надо. Так, здесь у нас крафт пошел. Ну, крафт удастся, потому что их двое. И они оба более-менее в этом шарят. Поэтому замечательно. Вот у нас Fire Camp скрафтился. You can assign... В общем, если они будут разговаривать, то это будет уменьшать их депрессию, как я и говорил. Так, оп, и у нас появился наш костер замечательный. Это, конечно же, очень круто. Кстати, ребята, кому игра уже нравится, конечно же, ставим лайки. Будет много лайков, я буду играть уже в полную версию, конечно же. Поэтому не жалеем, конечно же, лайков. Понимаю, конечно, она немножко такая затяжная игра, но, по идее, здесь довольно интересно смотреть за тем, как развиваются события, потому что они, по сути, здесь будут довольно уникальные. Да,
в зависимости от того, как я буду всем этим делом управлять, поэтому не жалеем лайков, и я поиграю в нее еще, конечно же, глядишь, будет целый там сериал у нас. Так, отлично, мы открыли новый Research Sleeping Area, и как раз у нас есть подушка, вот, и можем теперь сделать зону, где у нас будут спать, это тоже очень хорошо. Спать нам дает, тут не написано, кстати, когда, по-моему, скрафтим, только тогда и будет написано, что конкретно дает. Так, 11 раз еще можем Crashed Plane поискать, и остальное ресерч, и все пока нормально. Давайте дальше исследовать. Кстати, у меня открылась новая зона, это пляж, и надо туда отправить кого-нибудь, кто у нас хорошо занимается этим. Скивенджингом, по-моему, если не ошибаюсь. И тогда можно будет прямо самое то, много вещей с этого получить. Так, ну что, пошел крафт, почти скрафтили у нас эту Sleeping Area, и, кстати говоря, довольно неплохо у нас прибавляется отношения, по идее. Но вот у этих что-то не сладилось, не очень друг друга теперь полюбили. Но в любом случае они оба лучше всего читают книжки, так сказать. И теперь у нас скрылось две зоны, на которые мы можем отправить наших ребят. И все, они сели у костра. Ну, хорошо поработали, я знаю, что это тяжело, но мы нашли немного еды из этого чертового самолета. Я думаю, мы найдем больше, если будем и дальше искать. Ну, это очевидно. А, ну это типа этого, типа хватит только на небольшой срок, поэтому... Кто знает, как охотиться? Я знаю. Но не голый... Говорит, я могу, но... Типа, не с голыми же руками. Ну, мы можем, скажете, тебе немножко там инструментов. Ну, давайте сначала поделим еду и поедим и тому подобное. Так, и воды там. Через 3 дня, говорит, люди умирают без воды. А, ну, говорит, не переживайте, мы можем сделать из... Ну, типа из фруктов сок и как бы есть что попить из этого. Ну, это была не реально хорошая идея. Да ладно, кто бы до этого не додумался. What help? Я там пропустил что-то, что там еще надо было... Надо бы поискать побольше что-нибудь в джунглях. Может быть, здесь кто-то живет. Да. Ну, найдешь... Ну, если найдешь большого тигра, то, думаю, ты труп. Ну, типа, хорошо, нормально. Завтра новый день, другой день. Поэтому всем спокойной ночи. Спокойной ночи, Алиса. И вот, у всех чуть-чуть поднялась депрессия. Хотя она потом снизится у нас. Стоп, по-моему, снизилась сейчас депрессия, не поднялась. Короче, показал уровень депрессии. Когда они сидят только странно, всегда снижается. Так, и теперь нужно раздавать еду. Еды у нас дофига, поэтому кормим. Это 10-20%. Смотри, как повезет, настолько и утолит голод. Конечно, самое классное, если 20 сработает, потому что это будет полноценный эффект. И будет просто замечательно. Но еды, конечно же, у нас реально мало, потому что со временем, как вы можете понять... Не очень будет прикольно, когда все-таки с самолета кончится вся жрачка, и надо будет охотиться все-таки. А еду, которую мы будем охотиться, она наверняка не такая радостная. Видно, что если мы будем... Вон, increase sickness, если мы это будем готовить, то они будут по чуть-чуть начинать болеть. Поэтому, да, лучше за этим делом, конечно же, следить и готовить уже нормальную, наверное, еду. Если мы будем рыбку, надеюсь, мы то сможем ее, скорее всего, пожарить. Так, ладно, можно отправиться на этот раз на... Кстати, вот у нас стоит water tank, в нем можно посмотреть, сколько у нас воды. И также у нас есть костер. Костер надо смотреть за тем, чтобы он у нас горел нормально. Поэтому вот его интенсивность 72%. Давайте еще добавим, теперь 86, отлично, water tank. Чуть-чуть воды в него конвертируем, потому что это реально важно. И пойдем скивенджить куда-нибудь. Это, по-моему, ох, у нас есть wooden crate. Можно немножко дерева, а можно просто поискать, а можно заинспектить. Давайте просто серч, и скевенджинг у нас самый бодрый, это Юрий. Давай, Юрий, жогай. Так. Стелс провалился, и черт побери, огромный краб на него напал, инжури 5%, ну не так уж и много. И нашли 4 кофе, специи, медицинские растения какие-то, отлично. Так, вообще, если инспект... Тут ничего, по идее, не написано. Скевенджинг. Так, ну давайте попробуем снова Юрия заюзать, что ли.
Хотя там на прошлый раз Stealth Point неплохо прокатывал. Давайте попробуем его заюзать тогда. Stealth 37%. И есть, он прокатил. И мы сделали из этой коробки... Да, разобрали на запчасти, получили немножко дерева и гвоздей. Наверняка это нам понадобится, чтобы что-нибудь классное такое скрафтить. Так, у нас здесь пока идет работа, здесь все у нас как бы, да. Так, ну депрессия довольно большая, как бы. Это не очень хорошо, депрессию надо гасить. Потому что если она реально накопится... Так, ресерчи можно пока приостановить, ресерч у нас не горит. Давайте этих ребят сюда пока посадим, пусть они у нас поболтают. Так, эксплор... Ну, по идее, можно одну эту оставить у нас. Они вроде как ничем таким супер-мега-опасным не занимаются, хотя вроде территорию ищут, но не все настолько плохо. Так, надо бы им еще кофейка попить, пусть кофейка попьет. Усталость снимает, да, еще усталость важно, чтобы снимала у нас, потому что если они будут уставшие, то работать, конечно же, они не будут. Так, пусть они все чуть-чуть попьют у меня кофейка. Будет замечательно, я думаю. Так, еще у нас есть Юрий, которого бы не помешало Medical Plants, наверное, заюзать. 5% sickness. А, он не болеет, это Анджери оно не снимает. Ну, понятно. Плюс 5 cooking. Кстати, Spice, это у нас реально штучка, которая бы прокачивала нам навык. Замечательно. Так, вроде всех расставили. Нормально, интересно, хорошо. Ну, заработал, что он следующий день. Точнее, не следующий день, половина дня. Скевенджинг плюс один. Прокачался, отлично. И нашел он снова хавчик. Это замечательно. Больше хавчика желательно, чтобы он находил. Просто свежее мясо. Но это такое, конечно же. Крафтинг прокачался у ребят. Надеюсь, они не будут ссориться друг с другом. И мы скрафтили наконец-таки sleeping area. И теперь наши ребята могут, наверное, поспать и отдохнуть. Это замечательно. Так, отношения у них опять улучшились, это очень хорошо. Так, депрессия почти в ноль. Да, отлично. И также усталость тоже снимает, все, офигенно. Так. Всезнайка, что ли, Кновитол? А, прогресс, у нее будет прогресс идти медленнее. Ну, наверное, печально. Печальненько, печальненько. Ну, ладно, так. Sleeping Area. Я так и не посмотрел, что она делает. Там вроде бы должно было писать, а что-то не написала. Так, ладно. Здесь, кстати, вот это overview есть. Здесь проще смотреть все вот это дело. Скиллы я сразу сюда не зашел, что-то. Фиг его знает. Так, депрессия. Ух, ё-моё, какая у него большая депрессия. Слушай, чувак, блин. Ладно, следующая ночь у него будет нормальной. Он у нас будет отдыхать, Алехандро. А пока что следующий день. Так, ой-ой-ой, забыл. У нас ничего не крафтится. Кстати говоря, да, действительно у нас ничего не крафтится, потому что ресерч у нас приостановился, а нужно этих ребят посадить обратно. Так, давай туда, туда. Конечно, все круто, но вы должны, ребята, у меня работать. Так. А, вот усталость снимает, все понятно тогда. Интересно, если они будут спать. Если кто-то будет спать с тем, кто ему не нравится, то что будет тогда? Любовь упадет. Так, окей. Next. Never mind. У нас все равно нечего скрафтить. Этих ребят лучше было посадить. Да. Немножко заглупил. Так, ускорю все это дело. Ого, шоколадки нашел. Шоколад, наверное, депрессию снижает. Достаточно неплохо, я думаю. Так, и мы нашли Gathering Tools, получается. И, а, ну у нас теперь будут ресурсы, чтобы находить, походу, дерево, веревки и тому подобное. Что-то из этого, я думаю. Ну, когда поставим, тогда и узнаем. Блин, эти ребята сидят друг с другом и... Ну, у них, в общем, не очень клеится все это дело. А этих отношений поднимается хоть или нет? Да, хорошо. Когда у всех все хорошо, это замечательно. Так. Что-то... Открыть медика. Сурджон хирург. Типа она хирург, клево.
Что-то не совсем я понял, что он сказал. А, короче, он типа, походу, смеется над тем, что она женщина и хирург. Что-то в этом роде, наверное. Ладно, буду скипать все это дело. Все эти отношения, строения, самое интересное, когда уже много ребят начинают что-нибудь там болтать, вот это да. В любом случае, вы можете сами там в Google переводчик это закинуть и тому подобное. Ладно, на этом я буду, думаю, заканчивать. Надеюсь, вам понравилась данная игрушка. Если хотите, чтобы я поиграл еще, ставим лайков, конечно же, и я поиграю еще. Игрушка реально здоровская, стоит внимания. Конечно же. Ссылки в описании на демо-версию и на платную версию тоже в описании оставлю ссылочки. Поэтому все это дело сможете купить и скачать и тому подобное. Да. На этом вроде все, поэтому не забываем лайки, не забываем подписываться, если еще не подписались. Если подпишетесь, то вы найдете здесь себе развлечения на каждый день. Каждый раз новые игрушки, каждый раз я буду стараться делать вас, ваше настроение чуть более хорошим и тому подобное. В общем, подписывайся. Давай. Ладно, все. Всем пока, всем спасибо, что смотрели, всем удачи и хорошего вам настроения.